Муниципальный этап акции «Где родился, там и пригодился» завершился. В нем приняли участие больше 1000 молодых специалистов. Свои голоса на сайте проекта оставили около 200 тысяч человек. Впереди межмуниципальный этап. Туда пройдут лучшие из лучших. А пока участников первого этапа награждают в районах и малых городах региона. Артем Токарев еще в детстве решил, будущее непременно свяжет с музыкой. Причем инструмент выбрал сам. Свое намерение озвучил родителям, те удивились. Мальчика вообще хотели отдать в футбол, но противиться такому увлечению не стали. Соседний дом была музыкальная школа как раз. И я очень часто заглядывал в кабинеты, когда там шли занятия. И вот увидел то, что педагог обучает на какой-то такой странной черной дудке. Такой. Я еще тогда не знал то, что это кларнет. И сначала я решил пойти в музыкальную школу на кларнет. А потом влюбился во флейту и до сих пор не расстается с этим изящным инструментом. Окончил обучение в Санкт-Петербургском университете культуры. Но в северной столице не остался. Вернулся в родной Новокуйбышевск. Теперь он сам педагог. Своих воспитанников учат быть не только музыкантами, но в первую очередь людьми. И прививает им любовь к родному краю. Большие возможности есть и в малом городе, уверен флейтист. Поэтому и решил попробовать себя в общественной акции «Где родился, там и пригодился». Выступает и на торжественном награждении участников самого первого этапа проекта. Игру на флейте виртуозно совмещает с битбоксом. Всего в проекте приняли участие 32 молодых специалиста из Новокуйбышевска. Бесспорным лидером голосования здесь стала Анна Бажанова. Она тоже педагог в нефтехимическом техникуме. Открыла и увидела, что лидер, причем отрыв голосов очень большой. Тогда я, наверное, действительно поняла, что эта работа приносит результаты, и мне на самом деле есть чем гордиться. Соперники очень достойны, будем, конечно, стараться, но а там уже посмотрим. С 10 мая на сайте акции «Где родился.рф» стартует новое голосование. Лучших из лучших будут выбирать среди участников межмуниципального этапа. Каждый из них подготовит творческую программу в полуфинале. Ее оценит жюри, а потом баллы, полученные за выступление и итоги голосования, суммируют. Лучшие участники выйдут на финишную прямую. А телерадиокомпания «Губерния» продолжает рассказывать о номинантах. Мария Акимова, Александр Дмитриев, «Новости Губернии».